Привет, друзья! Сейчас мы выполним специальное упражнение для колен. Колени – это основа восприятия мира. Колени отвечают у нас за душу. Если мы кривим душой, нечестны с собой либо с другими, могут возникать проблемы с коленями. И наоборот, нарушая хорошую, правильную работу наших коленей, мы начинаем быть неуверенными в себе и стремиться кривить душой. Колени – это проявление нашей души. Именно по этой причине раньше людей, которые провинились, вставали на колени, на горох, с одной стороны прорабатывая колени, а с другой стороны у человека очищалась психика, и он уже не совершал каких-либо негативных действий не потому, что его наказали, а потому что душа уже к этому не лежит. Итак, колени – это проявление на физический план нашей души, как говорили предки. Избавляясь от проблем с коленами, хруста в коленах, мы можем специальными упражнениями. Первое. Сначала поставьте ноги вместе. Выделите пальцами коленные чашечки. Простимулируйте точки над коленной чашечкой и под коленными чашечками. Это важные точки, отвечающие за активность стволовых клеток. После этого можно перейти к стандартному вращению колен 6 раз в одну, не отрывая, важно, пятки, присаживаясь ниже, ниже. Как позволяет естественность, первое время можно повыше, но самое главное, чтобы пятки не отрывались. И со временем, с практикой, с опытом, присаживаясь все ниже, не отрывая пятки, ниже и ниже. 6 в одну. 6 в другую. И далее активация точки глаз дракона, которая находится у нас под коленной чашечкой. Коленная чашечка, с внешней стороны ямочка, проваливается палец. Первое время при надавливании может там щекотать, либо могут быть болезненные ощущения. Если болезненные ощущения, значит, есть проблема с органами. Если щекочет, значит, есть застой крови, либо застой ци. Со временем должно быть приятно, либо нейтрально. И вот под коленной чашечкой внешняя самая ямочка. Дальше уже только кость. И на двух коленах одновременно в этих точках 12 раз помассировали вовнутрь, 12 раз изнутри. То есть 12 раз вовнутрь вращение, 12 раз в обратную сторону изнутри, проработав точки, так называемый глаз дракона, отвечающий за активность нашей шишковидной железы. И вот, по сути, три таких упражнения очень быстро восстанавливают колени, избавляют от хруста в коленях и полноценно раскрывают душу, полноту вкуса жизни. Первое. Простимулировали точки. Второе. Вращение, не отрывая пяток, все ниже и ниже. И третье – активация точек глаз дракона.